Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное внутри себя. Мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Как справиться с серьезными проблемами в моей жизни? В вашей жизни нет серьезных проблем. О каких серьезных проблемах вы говорите? Просто, какую работу выбрать, на какой девушке жениться, куда поехать в отпуск, жениться или нет. Все в таком духе. Это не назовешь серьезными проблемами. В вашей жизни это просто что-то незначительное. О, разве это мелочь? Выбрать себе жену. Я не говорю, что это мелочь. Но как проблема, это маленькая проблема, несущественная проблема. Как последствия вашей жизни, да, это имеет большое значение. Но люди делали это на протяжении миллионов лет. Какую бы работу мы ни выбрали, на ком бы мы ни женились, главное то, как мы это воспринимаем. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в опыт, обогащающий вашу жизнь. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в проклятие. В вашей работе нет ничего плохого. Какой бы работой вы ни занимались, нет ничего плохого в том, чтобы получить работу или потерять ее. Нет ничего плохого в том, чтобы жениться, нет ничего плохого в том, чтобы развестись, нет ничего плохого в том, чтобы оставаться холостым. Ни в чем нет ничего плохого. Ни в чем нет ничего плохого. Но вы превращаете это в страдание, и это плохо. Если вы делаете одно, то превращаете это в страдание. Делаете что-то другое, тоже превращаете это в страдание. Вот в чем ваша проблема. Вот вы женились. Это плохо? Дело не в этом. В этом нет ничего плохого. Вы не женились. Это плохо? Нет? Ничего плохого в этом нет? Просто вы все превращаете в страдание. Вот что плохо. Займитесь одной только этой проблемой, и все остальные проблемы исчезнут. Вот что мы рассматриваем. Как не превращать все в страдание. Если вы позаботитесь только об этом, то будет решено вообще все. Если вы знаете, как идти по этому миру с радостью, через брак, развод, целибат или что угодно. Если вы знаете, как пройти через все это с радостью, то в чем проблема? Все, что вы делаете, будет прекрасным. Если вы даже не знаете, как быть счастливым, не ставьте перед собой цель достичь просветления. Вы очень далеки от этого. Счастье — это не просто состояние ума. Счастье определяет качество вашей жизни. Разве счастье — это такая мелочь? Если вы способны жить в этом мире радостно, тогда вы можете говорить о том, чтобы отправиться за пределы. Если вы даже не можете радостно жить в этом мире, то не стоит говорить о том, что за пределами. Это просто невозможно. Человек, который постоянно создает внутри себя конфликты, как он справится с ограничениями жизни, как он преодолеет их, это исключено. Об этом не может быть речи. Поэтому первым делом нужно начать работать над тем, чтобы стать счастливым человеком. Если это произойдет, то все остальное станет очень простым. Потому что если вашему счастью ничто не угрожает, вы сможете делать все, что потребуется. Сейчас вы не можете делать то, что требуется, потому что ваше счастье всегда под угрозой. Вы думаете о том, как поступить правильно. В вашей жизни не существует ничего правильного. В вашей жизни не существует ничего неправильного. Если вы знаете, как не превращать все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, правильно. Если вы превращаете все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, неправильно. Как не превращать все в страдания? Это единственная проблема, с которой вам нужно разобраться. Все остальное — это мелочи. Какое они имеют значение? Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное внутри себя. Мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение.